Вот так вот. Ове, ты смотришь Perpetus Play. Меня зовут Саша. Играем в игрушку про орков. Очень больших. Про гоблинов. Нормальных, обычных гоблинов. И про людей. Преимущественно плохих людей. Но бывают и просветления. Один небольшой камень в огород этой игры. Вот смотри. Обрати внимание, что гоблин, когда закончит озираться, будет смотреть на орка. То же самое делает, в принципе, и орк. Когда переключаешься на гоблина, орк смотрит именно на гоблина. То есть это нельзя не заметить. Он следит, он смотрит. Они это продумали. Это классно. С другой стороны, когда этого гоблина мудохают буквально в 3 метрах от орка, орк стоит и смотрит. Просто стоит и смотрит. Это, ну как так-то, а, ребят? Ну вы чё? Ладно. Я, кстати, тоже не смотрел ещё, какую пушку нашли новую. Поэтому сейчас посмотрим. Костолома, вот. Урон 7, отражение 5. Надо сказать. По-моему, мы все хуже и хуже. Сначала... становится, ну реально, все хуже и хуже. То есть, недавно нашел вот эту штуку, урон 9, потом вот эту, урон 8, теперь вот эту. Я просто ради смеха ее возьму попользовать, может быть, она быстрее, может... ну тут об этом ничего не сказано, не сказано о скорости атаки, но такое впечатление, что нужно возвращаться в первой херне брызги крови. Да, она улучшена, эта херня улучшена, но все же. Хотя, может быть, я сейчас смогу кое-чего улучшить. Может быть. А с кем из вас надо поговорить, чтобы что-то улучшить? Ты не разговариваешь в принципе. Ты годок. Чемпион, помогать годок в шахтах. Ой, годок, горок. Теперь помогать, чемпион. Да. Ой, кажись, пары не слабо треснули по башке. А может, он всегда таким был? А что тебе не нравится, в принципе? Ну давай, давай, расскажи о себе. Расскажи мне о себе немного, Горок. Откуда ты? Родом. Горок не шибко герой. Горок сам из Черногория. Там был клан. Когда большой бабах был, большой камень, Горок голова падать. Горок чуть не помер. Шаман его спасать. А гоблин проницательный. Видать, он все мозги ему назад отправил. Не все. Вот бы на тебя посмотреть, когда на тебя булыжник свалится, Ракаш. Ты, я смотрю, здоровяк, Горок. Да, Горок крепкий. Племя тогда сказать, Горок глупый. Горок тяжелый труд делать теперь. Угу. Горок дома, дома строить, камни тесать, плотины ставить, дети клана Горок не дразнить, потому что Горок сильный. Но Горок не злой, только грустный. А еще волосатый. Видимо, у Арка весь волосяной покров был выдавлен мозгом. Который не особо блещет, но все-таки. А почему грустный-то? Мы должны разобраться. Почему Горок грустный? Ну, блин, Арк, и ты туда же. Отвратительно. После тот случай, Горок не говорить. Но Мимиша... Помогай, Горок. Мимиша славная. Сначала помогать Горок... Снова говорить, потом выходить за него, двух славных детей родить. Умные дети, как мама. А зубы-то, посмотри, какие белые, а? Один день, плохой человек, и собаке приходить Горок. Горок семья защищать, но человек хитрый, хитрее Горока. Человек убивать, Мимиша, и детей. Все убивать, что Горок любил. Горок почти умирать.
но выжить. И теперь здесь. Один. Но этого уже не переводили. Укротитель, Дорик. Горок грустный. Горок бой проиграть. Как очнуться собаки уйти, а другие люди прийти и Горок сюда привести? Да. Горок ненавидит людей. Проклятые хворсы. Горок все хотеть, всех хотеть убить, потом найти и снова убить. И собак убить. И собачника убить. И всех убить. За семью отомстить. А укротитель мертв. Тот человек с собаками мертв. Горок. Мы нашли его у стены и убили его. Зверь и зверь. Мертв? Чемпион мстить за Горок? Горок отдать жизнь за чемпион? Чемпион приказывать Горок, а Горок все-все делать. Да, ну. Перестань. Я и так знаю, что ты все-все сделать и без этого. Я вернусь позже, Горок. Все-все делать не придется. А тебе придется, но не по этой причине. Слушай, 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 слушай. А что, больше не с кем здесь поговорить, ничего сделать нельзя? Жаль. А как мне понять, какому дополнительному заданию какая шахта ведет? Давай ты рассказывай. Тебе что-нибудь нужно? Нужно. Меняться мне нужно. У вас там в этих ящиках... Нет ничего полезного. Но это же оружие дорого нам обошлось. Но для тебя, думаю, что-нибудь найдется. Естественно, не бесплатно, да? Понимаю. Понимаю. Угу. Угу. Ну, я же говорил, что это говно. Молоток, вот он и есть так. Сука, выглядит просто капец. Выглядит так, что его хочется прям взять. Ладно, а что с броней? Ну, с броней ничего. Кристалл дождя отважных. 10% я уже на гоблине понял, что это такое. Но он может улучшить. Может быть, улучшить... Ну, наверное, вот это. Просто еще... Хотя 3%, но серьезно, 3% это... Но оно просто выглядит круче, чем вот это дело. Да пофиг, давай. Костолом я улучшать точно не буду. Отражение 5%, ну нахер. А вот эту штуку улучшим, может быть, оно будет хотя бы 12. Да. 13 даже. Отлично. 13 уже хорошо. Он может улучшить, в принципе, и нагрудник. И я думаю... Ну что, скупиться, да? Нагрудник и улучшим. Тем более, не так давно его нашли. Вот 16%, все дела. Не так давно его нашли, лишним не будет. Можно было бы улучшить весь этот комплект, чтобы все-таки чемпионский же, да? Давай. Да. 6% немного, но все-таки, да? Чуть-чуть получше. Чуточек получше. Посмотрим, как себя будет вести эта штука. Но сперва вот этой подеремся. Хотя вот это, конечно... Ну, ладно, ладно, ладно. Вот. Поглядим. Поглядим. Что-нибудь еще? Нет, ничего. Потому что гоблину я ничего пока не хочу улучшать, ибо то, что нашли новое, оно какое-то не очень. Хочется подождать до следующего. А то старое улучшать, ну, не знаю. Это уже как-то поезд, по-моему, ушел. Да и вроде как справляемся. Всего-то 8-9 оборотов на арене сделать и считай противник на четверть убит. Это же уровень, да? Вот. А главный приставник. Настало время заглянуть к главному приставнику. Я покажу дорогу. Только сперва надо забраться с одним делом. Придется подкупить дозорных, чтобы они
пока смотрели в другую сторону, но если ты мне поможешь... А что ты хочешь сделать? Ну, я хочу купить на это золото новую партию оружия, чтобы лучше подготовиться к восстанию. Но сделать все надо будет четко и тихо. Если это выплывет, Инквизиция возьмется за нас всерьез, и все наши планы пойдут прахом. В тот момент, когда Стикс отправил единственного орка мне подконтрольного в клетку, он немножко лишился на время права голоса, поэтому Стикс все сделает. Стикс? Стикс? Да, да, я все понял. Давайте поручим это гоблину. Если что, его не жалко. Ну и это тоже. Тебе придется действовать в одиночку. Справишься? Я об этом пожалею? Ладно, я все сделаю. Раз подписался, надо тянуть лямку. Я по несколько раз на дню обманывал смерть, когда вы еще пешком под стол ходили, так что давай. Покажите только, где эти казармы, а я покажу вам, как работают гоблины. И еще, намекни Бармину, что за это я рассчитываю на нехилый бонус. Само собой. В общем, дополнительное здание, потом мы снова возвращаемся в Орочий хаб, а потом... Надо попробовать еще побродить по этим ответвлениям. Очередная дыра. Что же я здесь делаю? Флаг подмигивал. Аркайл, если я тут сдохну, надеюсь, твоя мать-земля будет ублажать меня вечно. Вот. Мы и пришли. Да... Рассчитывать на грубую силу тут просто нет такой возможности. С другой стороны, я рассчитываю, что ты поддержишь это видео, если тебе оно нравится, лайком, комментарием, репостом. Тем более, если хочешь продолжение как можно быстрее. Это напрямую влияет на то, как часто выходят серии по любой игре. Насколько далеко они стоят? Это сюда кто-то идет? Так, левый вроде спит. Твою мать! Не, ну, почему бы не попробовать? Мне кажется, это патовая будет ситуация, но давай попробуем. Немножко, да? Чуть-чуть. К тому же отравленные кинжалы пойдут в ход, и пробивание брони. Ну, вот это вот все. А, то есть ты даже не бросишь, да? Просто потому что сбивают атаку, да? Давай все это попробуем, да? Давай же попробуем. Хоть на чуток, да? Но его оглушили. И сами оглушились, да? Но еще и отравили. В целом, один на один, я думаю, гоблин бы смог. А так, что-то пока что... Ну, такое. Надо же было так спалиться-то, а? Давай пробуем твои вот эти вот пентифлюшки, а на них не хватит, ну ладно. Эх, давай. Ну, броню повредил, да? И почти убил одного из них. Особенно если бы еще почаще оглушал, ну было бы вообще все, зашибись. Ладно! Да-да-да, Стикс, все. Окей. Сразу видно, что этот не спит. Прям на чеку. Но без оглушения, я думаю, будет намного жестче. Поэтому давай так. Да и просто стрелять в него. Если не собьет оглушение. О. Вот, отлично. И просто расстреливать. Ну, не просто расстреливать, на самом деле. Жаль, что как бы оглушение не накладывается поверху, да? У ребят нехилое такое сопротивление.
Оглушение. Ладно, давай, давай стих все-таки так. Вечно у тебя концентрации ни на что уже не хватает. Долго он, правда, травит свое оружие, но... может быть, на крупных врагах это бы очень даже сработало. Особенно, когда ты от них убегаешь. Даже? Интересно, а опыт теперь у... Арка будет отставать, да? Было бы справедливо. А с другой стороны, может быть, у него будет задание одиночное, и он... Подожди, оно же было. Да, отчасти только, да, чуток, но... Было же такое дело. С другой стороны, мне кажется, здесь не вариант было бы вдвоем коситься. Только один. Либо вообще не ходить сюда. Вообще не ходить как-то не вариант. Тот мог бы и заметить, если честно. Мы еще в состоянии боя. Поэтому опыт не начислен. А вот это я зря, конечно. Я думаю, у меня есть шанс свалить от них. Но, возможно, надо валить подальше, да? Давай попробуем. Эту схему я еще не проверял. Нет, уже никак. Он сам выходит, если что. Может быть, надо, чтобы они успокоились? И хер они успокоятся, конечно. Обидно, обидно так как-то. Да, я не думал, что наверху их больше. Ну ладно. Броня повреждена, да? Угу. Давай попробуем еще разок так. Суки! Взяли и сбили! Угу. Может быть, все-таки, а? О! Конечно, шансов немного у тебя, да? Да нет. Руби так просто. Каждый все-таки удар отравление вызывает, да? Дополнительно или нет? А все! Он выставил щит, и все закончилось на этом. Фак! Давай! Ладно, хорошо, будем аккуратнее. Вот почему тогда не закончился бой. Хотя отравление мне понравилось, как действует. Прям даже очень. Одного нет смысла, насколько я вижу, нет смысла травить. Фу, блин, оглушать. Есть смысл именно отравить. Вот. И выруби его, просто руби. Ну, в принципе, неплохо. Урон наносится. От трех-то ударов отравленных. В целом, один не помеха, а вот два уже перебор, да? Как так-то, а? Как так-то? А то что, передышки в принципе не будет, что ли?
надо же так. Обошел, я не думал. Он так делает, я думал, упрется сейчас в стену и все. Так, надо аккуратненько зайти. Здесь. Угу. Было бы не круто, если бы за спиной кто-то оказался. Но по идее, это из этой пачки должен быть последним. Да. И опыта накинули сразу же. При этом у них ничего нет. Странно. Почему у них ничего нет? Ни одного мешка. А тут же, по идее, что-нибудь гоблинское должно было быть. Как так-то, а? Идет. Ладно. Что он будет делать с трупом? А эти ходят прям. Парой. Им насрать на трупы, это, конечно, плюс. Ну, то есть, умер и умер. Камон! А что? В средневековье так и было. Ну, сдох и сдох. Кто его знает, что он там сдох-то? Всякое бывает. Но чисто теоретически не будет проблемой то, что они там парой ходят. Синий вообще, потому что одного я из них смогу замочить. Тут знали, что гоблин тянет только одного врага, только два, это уже все. Но тут надо сказать, ребята такие не слабые. Они, между прочим, немножечко рассинхронизировались, и он отстает, но, понятное дело, услышит. Услышит, и именно щитовик. Давай все-таки щитовика оглушим. А потом будем пробовать травить. Собака. Ну ладно. Может быть, все-таки, а? Стикс. Нет, может быть, все-таки. Жаль, что не видно, когда хватит той концентрации, а когда не хватит. Наконец-то! Замечательно. Давай не повредим мою броню, да? Ничего не сделаешь вообще. Ладно, режь так просто. Неплохо было бы... отвалить вообще и бросить гранату. Но броня крепка. Да, к сожалению, да? Ее даже не повредишь. Ладно, просто режь. Хорош чертяка со своим щитом. Надо же было именно ему остаться. Давай, наверное, еще разок попробуем, а дальше будем отстреливаться. О! Другое дело, просто застрели его. Хотя, это кошмар, какой лютый урон ему проходит. Еле-еле. О! Отлично!
Критические, конечно, срабатывают, но эти ребята со щитами это... Да! Блин. Эти ребята со щитами могут. И опять же, здесь ничего вроде нету. Там под крышей что-то находится, наверное. Иначе почему она так... Сверкает. Или... А что это такое? Просто... Или это... Чего эта дымка была такая? Может, так просто свет падает, не знаю. Твою мать. А, то есть... От сержанта не уйдешь, да? Угу. Ну, понятно. Не уйдешь и хрен оглушишь, да? Нехеровый такой сержант, надо признать. О, оглушили, давай, наверное, все это травить. Вот таким. И глушить. Травить и глушить. Молодец, молодец. Отбил его, да? Но броня повреждена. Все хорошо. О, окей. Ну, давай просто порежу его. Ок. Может, может и получиться. Да твою мать, а! Я думаю, что будет не лишним погоняться с ним, да? Сука. Жаль. Долбанное прерывание срабатывает. Ты, Стикс, ты дурака-то не валяй. Да твою мать, а? Какой же ты крутой. Не успеешь, да? Зараза, эти салочки. Нет, можно, конечно, бегать, покуда Стикса не восстановится чуть-чуть здоровья. Но давай попробуем так. Yes. Окей. Давай все же так. Угу. Сука, долбанная броня. Теперь пробьешь. Я побежал, наверное. Я побежал, да. Мы сейчас восстановимся немножко, а потом будем... Теперь не оставим. Ну давай, зажмись в стойке, и я тебя оглушу, а? Сука! Хорош! Вот же тварь, а! Ладно, нет, мы побегаем. Я не собираюсь. Тут, по-моему, сохранения не было. Я не собираюсь с тобой второй раз возиться. Тем более, что ты уже почти сдох. Головка не закружится? А, нет. Давай пробуем. Сука! Ну надо же, а. Хотя вот так вот можно, конечно. Но у него, по-моему, получается поярче, да? Воу! Не, надо бегать, надо бегать, надо бегать. Хотя бы чуть-чуть восстановить. Давай еще раз, Стикс, давай еще раз. Все, давай. Yes! Клыки вампира. Гладкорез. Ну вот. Как тебе это понравилось, а? Правда я крут?
Нечего корчить рожу. Морду перекосит. Все для вас. Все включено. Одна смерть на клиента. Сдохни сейчас. Избавь себя от спешки. Теперь я скажу всем в укрытии, какой я крутой, а потом мы займемся твоим бледными дружками твоими. Но я тебя не забуду. Ты мне напомнил мой первый раз. Это было что-то волшебное. Ты особенный. Таким и оставайся. Видишь ли, мой приятель Арк в глубине души неисправимый оптимист. Ему так хочется верить в дружбу людей и зеленокожих. Но мы-то знаем, что это все чушь собачья, да? Каждому свое место. И ты нашел отличное место для людей. Что ж, извиняю, но у меня дела. Людишки задержались, заждались. Не буду передавать от тебя привет. Главному приставнику вы все равно скоро свидитесь. Да, правильно. Выпендрешь, конечно, это он зря. Но что-то новенькое оружие мы, по идее, получили. И опыта. Это тоже хорошо. А никого не смущает, что ты так стоишь? Ну ладно. Такс. Клыки вампира. Угу. Угу. Преобразует 5 нанесенного урона здоровья, критический удар 3. Не, главное жертвенное 10. Но с другой стороны, эта штука может быть круче. Просто потому что... Если ее проапгрейдить, то она будет наносить более серьезный урон. Ну, почему бы не попробовать? Почему бы нет? Давай проапгрейдим. Извините, я перепутал кое с кем. Давай. Да. Что-нибудь нужно? Нужно что-нибудь. Меняться нужно. Часть урона. Потрошители. Не, выглядят прикольно, с крылышками, все дела. Но не знаю, не знаю. Вот. Просто и со вкусом. У нас все вообще простые. Резаки, конечно, вообще херня уже. Но ладно. Давай. Нет, какой продать? Не продать. Улучшить. 12. Да. Пожалуй, да. То, что преобразует всего 5 нанесенного урона, с учетом того, что она 12 наносит, а эти 8 всего, ну, не такая большая разница в преобразуемом уроне, как я понимаю. Может, тебе броню улучшить все-таки вот эту, а? Потому что это туника алых, ну, просто... А, ладно, гоблин, нет так нет. Что-нибудь еще? Я вот думаю, а что же будет все-таки, если я попробую побродить по этим тоннелям-то, а? Просто что будет? Или мне не дадут этого сделать, тут упремся в стену? Как мы любим. Ага. Но здесь точно. Странно, я думал, там будут какие-то дополнительные задания. Мы же... Их же буквально анонсировали. Мы же должны были на них подписаться, разве нет? А ты не хочешь еще что-нибудь добавить? Чемпиону нужен горок? Еще раз? Расскажи мне что-нибудь о себе, горок. Откуда ты родом? Горок не шибкий герой, да-да-да. История про большой камень. Ладно. Хватит. Я скоро начну говорить так же, как он. Давай сменим тему, да. И уйти. Сменим тему, но уйти. На уход. Ну да, ну да. А здесь тогда что? Та же самая ситуация, да? Да. Странно, я думал, больше будет. Но... Еще неизвестно, чем обернется главный приставник. Охота на него. Ну что ж, пора навестить главного приставника. Можно. Стик же убрал дозорных, так что беспокоиться вообще ни о чем. Как позже. Чем мы сейчас займемся? Сейчас давай. Тогда пошли. А я арку вложил в руки правильное оружие?
А, я же хотел попробовать ту ковырялку новую. Да-да-да-да-да-да-да-да. Может, она будет быстрее, действительно. Мало ли. Мы это очень быстро поймем. Настолько быстро, насколько будут быстро убивать. Okay. Так, приставник живет здесь. Сразу за мостом. Хочешь, чтобы я убрал этих двоих? Нет. Лучше я поговорю с ними. А ты смотри, чтобы тебя не засекли. Это его так не засекут? В упор? Ветеран! О, чемпион! Он самый, брат. Главный приставник у себя? Да, он... Горкаш в эти часы никого не принимает, и даже тебе находиться здесь нельзя. Слышал? Нечего тебе здесь делать. Вали отсюда и шапку свою забирай. Ха! Это ты меня, что ли, обозвал шапкой, тупорылый кретин? Иди лучше лежи задницу своему хозяину, чтобы не забыть, где твое место. Ты? Ты умеешь говорить, Ракаш? Не, ну зачем так тупо удар? А то. Пускай человек удивится в последний раз. А ты как думал? Да, прикинь, я могу говорить. Тебе, кстати, еще на свете не было, когда я вешал лапшу на уши твоей мамаши. Она тебе не рассказывала про меня, сынок? Стикс. Я смотрю, ты все не умешься. Я тебе покажу. Покажи. Воу! А, оба. Ну ладно. Это ты так молчишь? Значит. Значит так, да. А Стикса я тоже не выбрал то оружие, которое надо, да? Теперь выбрал все. Обожди, а может ли быть там что-то? Нет, не может, потому что здесь стена. Слушай, а как ты вообще протиснулся? А, нормально, да? Если ручки немножко поджать, то можно очень даже пройти. То есть подмоги из людишек у них не будет. Хорошо. Не так хорошо, конечно, как получить новые ножички. Что-то не хочется дурканить и сражаться опять с тремя. А? Слышишь, ты? Угу. Вот. Это все меняет. Это все меняет. Теперь надо зарезать быстренько того, чтобы он не пришел на выручку, а то они же все тут быстренько собираются. Блин. Как хорошо, что им плевать на трупы, серьезно. Я могу себе представить, как было бы муторно гоблинам трупы оттаскивать. А теперь самый главный вопрос. Правого или левого? Правого. У меня даже оружие ушло. И они вместе падают в костер мордой. Так, а теперь... Спасать. Спасательная операция уже выехала. Давай сразу так, потом вот так, как ты любишь, короче говоря. А потом вот этим спойлернешь. А ты. Ну попробуй его оглушить. Ни хера не видно, но вроде как получилось. И травить, конечно, травить. Так, давай. Слушай, а удар-то держим. Что-то я не заметил вообще, чтобы он быстрее размахивал этим оружием. Хотя оно вроде как, ну, напрашивается, что оно должно быть быстрее и легче, но раз скорости урона нет никакой. Типа урон в секунду и все остальное, значит... Одинаково. А что это такое? Чё ты тут танцуешь уже, а? Рановато, чемпион.
Он может нам пройти. Он просто решил потанцевать чего-то. Танцы кружатся. Кто тут есть? Кто тут есть? Ох-ох. Ох-ох-ох. Я думаю, нам надо снять хотя бы двоих. И то будет танец смерти. Пляска смерти. Так, ты, наверное, тоже уйдешь. Блин. Ушел, да? Ну, может, хотя бы не все? Нет, все бегут. Ну, давай пробуем. Это будет жестко, но мы попробуем. Все. Только один там остался где-то на задворках. Ну, ладно. Ладно. Одна надежда на срабатывание оглушения, да? Два раза. Оп-оп-оп, второй раз отменяется пока что. Давай тогда, травим клинки и будем кого-то травить, будем кого-то рубить. Не, гоблин, не его. Вот его. А ты давай что-то делай. Что-то и делает. Больше оглушения, да? Да блин! Одному применишь, все, он уже, хоть и не сделал еще ничего, но уже концентрация-то ушла. Черту. Ты уже сошел с ума, нет? Нет, еще не сошел. Главное не оказаться к нему близко, когда он сойдет с ума. Сука. Бил, а? Может, сейчас? Нет, может быть, потом как-нибудь. Ладно, давай просто режу его. Как-то режет. Ключевое слово как-то. Эта сволочь еще и в последний момент уклонилась. Ну, просто как тебе везет, а? Или заблокировала? С другой стороны, гоблин тоже блокирует, да? Да ладно! Да про... Да... Да ладно! Ну да, какая там уже концентрация, все. Давай руби так. А я думал, конец, кстати. Но, да, эти ребята не берсерки все-таки. И, я просто смотрю и радуюсь, как эта фигня отхватывает. Просто ни о чем. Сейчас, по идее, должен быть вдвое круче. Что-то большого отражения я не заметил. Гоблин. Гоблинг, гоблинг. Ладно. Хотелось все сделать иначе вообще-то. Например, вот так. Хорошо, что я это еще не заметил на самом деле, потому что мы были на грани. Будь он там, наверное, это была бы последняя капля. И мы бы не справились. По-моему, мне сюда. Оно просто так выглядит. Такой парадный вход, как будто бы. С другой стороны. С другой стороны тоже. Может, и не сюда. Да, давай вдвоем бегать. Я знаю, что тебе все равно плевать, но... Все-таки. Угу. Какая у него ломака, а? Вот такую бы взять. Может, она в том мешке оказалась? Рикошетил он. Перчатки убийцы. Это для тебя. Отлично. О. Подожди, что там с устойчивостью?
Угу. В общем, прерывание действий будет еще больше. Ну, что поделаешь? В чем, сука, разница тогда, а? Да, у гоблина, конечно, с уменьшением урона явно просветления не будет, да? А выживателя где-то будут перчатки, нет? Дело просто потому, что новые. Ладно. Судя по всему, гоблин должен быть на максимальной дистанции от противника. В большинстве случаев. Иначе выживаемость ему гарантировать просто невозможно. С другой стороны, он же последняя надежда, буквально последняя надежда орка. Я был полностью уверен, что он услышит. Чё ты в бою такого не можешь сделать? Ну хотя бы когда у них будет уже, ну там, чуть меньше половины здоровья. Так, ладно, постой там. Мы сейчас разведаем, насколько позволяет их ментальная связь. Опа! Надо дождаться, пока те ребята возвращаться будут. Потому что тут вот этого я, может быть, и успею замочить. Дядьку. Но те же прибегут, впрягутся. С другой стороны, они могут заметить, тут слишком как-то светло. Факел горит. Насколько далеко вы туда уходите вообще, ребята? Он же должен вернуться. Он просто сделает это в самый неподходящий момент, да? Надо даже сохраниться, потому что я второй раз ждать не намерен его возвращения. Угу. Угу. Второго завалим. А может быть, успеем даже обоих, если ты не спалишься, да? Ну, слышишь, блин, чё сейчас не бежим-то за гоблином, ну? Чё это за дела такие? О, все, они поворачивают. Окей. Как? Да... Ты издеваешься? А, ну да, тут земля поделена на такие... Отрезки. Быстрее, 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 быстрее. Второго уже не успеваю убить. Неизвестно просто, сколько там их, да? Неизвестно, еще получится. Опять с четырьмя не хочется возиться. Ладно, лучше подождать. Лучше подождать. Он сам к нам сейчас придет. Просто кое-кто... Да, тут земля поделена на такие участки. Давай сделаем вид, что ты, тебя там не видно, да? Невидимые просто границы. Влияние. Гоблинов и орков. А там, по-моему, кто-то еще должен быть. Из тех, кто может услышать. Может быть, здесь ты спрячешься. Хотя нет, здесь все на виду. Опять застрял? Или танцевать начал?
Куда он там доходил? Чисто теоретически он так далеко, что может быть даже если он заметит сейчас арка, то не факт, что те ребята среагируют. Но он не заметит. Так, арк, а вот сейчас подойди поближе, а? Угу. Успеем. Успеем. Повстанец. Нет, уже начали херачить. А у меня все еще была надежда на их джентльменство. Наверное, все-таки стоит оглушить. Быстрее будет. И этому тоже. Для профилактики, если не сработает. Ну а дальше трави кинжалы, да и вперед. Работало. Ну, продолжай, в том же духе. Замочил. Давай, твоими любимыми. Насколько больше урона наносит, а? Вот этой ковырялкой, а? Ты посмотри, какая. Фига, оглушил. Почти довел до безумия. Обалдеть! Я пока что думаю, стоит оставить очки характеристик и посмотреть, зачем они нам понадобятся в будущем. Подожди, сейчас урон. Секунду. Сейчас урон в секунду 6. А я могу сделать так, чтобы урон в секунду 3 был? И это доступное улучшение? Или это плюс 3, типа 9, да? Нет? Нет, давай лучше вызывать будет уязвимость. Окей. Тут уязвимость, в принципе, отдельная штука, но... Не всегда, но все же. Атака восстанавливает 30 единиц здоровья. Чтобы нет. Ее прервать, конечно, как нифиг делать, но что поделаешь. Попробуем. Так. Они особо по углам не прячутся, на самом деле. А тут у нас «Станьте дети в круг» произошло, да? Угу. Не знаю, не знаю, чем это закончится все. Но если там никто не подключится к нашей компашке, то... Этот по-любому заметит. Ну и его... Тоже. А, блин, там дальше будет прям сурово. Ну ладно, попробуем. Ну, только глушать. Да, гоблин? Сейчас бы, если бы они собрались еще поближе, ну, пустую соберутся. Один оглушен. Да, ребята. На. Только глушить рыбу.
Давай тебя попробуем. Зараза, какие они молодцы-то, а? Какие они молодцы. Гоблина уже заметили. Угу. Хорошо. Давай немножко и потравим, наверное. Чуть-чуть. Да, обычными, наверное, обычными. Ты уже близок, да? Ты уже близок к этому дерьму. Надо было все-таки не по кругу лупашить, потому что что-то не помогло. Они все целенькие. Или он мазал раз за разом. Или хрен знает, что такое было, но что-то пошло не так. А давай попробуем последняя попытка оглушения. Сука. Разъярение произошло, да. Надо нам все-таки большее количество единиц до ярости, да? Да. Попробую оглушить все-таки сейчас, а. Оглушен был не тот орк. Суровые дяди. Надо признать, дяди прям очень суровые. Хм. Угу. Быстро. Да, навалил вот вроде как всем и никому, да? С одной стороны всем, с другой стороны никому. Обидно. В какой-то момент с оглушениями получилась какая-то лажа. А так сначала было все хорошо, да? Так сначала все было хорошо. О, отлично. Значит так, арк, наверное, ну давай ему. А ты еще раз глуши. Хорошо. Отошел, оглушен. Давай так. Ну? Так, окей. Они уже все поотходили почти, да? Кое-кто оглушен, кое-кто не оглушен. Ну? Поздно. Ага, поздно. Ну? Поднял. Сейчас ляжет, да? Ну, если повезет, то не ляжет, конечно, но уже лег. Давай-ка поднимай его. Блин. Ну, арк! Во. И этому придурку вот так. Я думаю, может успеть. Разочек. Ну? Блин, броня. Зараза. Жаль. Жаль. Прям было бы очень здорово, если бы он рубанул, ну, хотя бы, ну, хотя бы на пол жизни, а. Окей. Арк уже мертв, да? Гоблин приближается к нему. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Да. Эти круговые удары, да? Оказались слишком слабыми. Просто факт. Как он есть. Просто факт. Надеюсь, тебе это не собьет же. Я хер знает. Попробуем так. Окей.
Ну, посмотрим, как это, конечно, отразится на нас. Ну, давай посмотрим. Слабенько, конечно, бьет по этому ветерану, да. Зря я его сперва выбрал, ну ладно. Не так много восполняет он жизни, конечно, этим ударом, да? Не так много, как хотелось бы. Это было быстро. В прошлый раз было значительно лучше. Нет, надо ветерана оставить на потом. Слишком долго его рубить. Я-то думал, сейчас снесем. Нет, нет. Может быть, даже ветерана прирежем. Может быть, даже ветерана прирежем, да? Так, на самом деле, ветеран от неветерана отличается только курткой. Шахтера убьем. Вот так. Я думаю, это будет быстро. Эта штука себя не очень оправдала, честно говоря. Хотя, с другой стороны, давай иначе чуток. Так, шахтер уже почти мертв, да? Ок. Оглушил. Шахтер уже почти сдох. Его, наверное, добьет Стикс. Своими просто режущими. Ты давай сразу еще одного шахтера удохай. Угу. А ты еще не забывай про эту хрень. А еще? Нет, да? Давай. До лампочки же отбегать, не отбегать. Слушай, они все рубят Стикса, да? С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, ни хрена себе. А, ты уже сошел сама? Нет, все. Давай это. Уже сошел. Ну, с одной стороны, уклонение, да? С другой стороны, ты посмотри, что он творит, а? Это явно ветеран. Ветеринар, может быть. Попробуем на удачу, да, Стикс? Получилось немножко, да? Какие они крепкие, а? Эти ветеринары. Какие же они, сука, крепкие. Да. Упал. Надо выбрать правильного врага, да? Давай так. А дальше сразу эта штука идет. Надо валить, да? Надо валить, Стикс, надо валить! Что ты... Как меня бесит, что они иногда не двигаются. Пел. Прям бывает у них такое. Тюремщик. Надо убить хотя бы тюремщика, да? Ну? Да, можно было бы и лучше, конечно. Особенно лучше, если оглушение сработает. Но не против всех, да. А, к сожалению, да. Нет! Сука! Хороши парни, да. Хороши. Наслышал я о них. Конечно же, да. Угу.
О! Хорошо, просто рубани его разок, а потом переключайся на вот этого. А ты уже отхватываешь, да? Оп, это было хорошо. Но на тебя не подействовало, жаль. Ну давай! Давай, а. Во. Как не добил, а? Как не добил? Окей, остались ветеринары и один приставник. Если бы он приставился, сейчас было бы здорово, но мне кажется, уже кое-кто сходит с ума. Успеешь его воскресить, а? Перед психозом. Тут все ясно уже. Кое-кто психанул. С другой стороны, если правильно все сделает Стикс, будет хорошо. Блин. Ну не только Стикс должен сделать правильно все. Сука, долбанное сопротивление. А, жаль. Зараза, положили уже, да? О. Да, положили, но. А, давай разок так и понеслась. Так, окей. Сработало. Концентрация, ты моя концентрация, да. Регенерация, да? Регенерация, мать твою. Влупи ему вот так. Yes. Yes, так. Ну и ты, да? Стикс, не подходи так близко к ним. Ну и чё, нет? Не, ну этого одного оглушительно, это уже дело техники даже. Хотя это только так кажется. Нет, серьезно, это только так кажется, что тут дело техники. Это я еще оружие прокачал. Не слабо прокачал. Ну нахер, конечно. Ребята, молодцы. Вот идешь как по маслу, да? Сопротивление не встречаешь, а потом бабах! И 5 человек. Обосраться, да? Да. А, ну, я, конечно, говорили мне об этом, конечно. В какой-то степени я готов был к этому. Но только в какой-то степени. Но в лоб он не убьет. А обойти никак нельзя. Или... А! Надо же, прокатило. Ой, да ладно, ну спалился и спалился. Вечно эта херня срабатывает. Он просто выходит из тени на время, а потом входит в тень. Я его быстрее пытаюсь вести. На самом деле этого делать не надо, ну понятно. Смотри, какой ветеринар-то, а, крепкий. Не, если его гасить, конечно, норм. С двух сторон, то он... No problem. Но если нет... Это та еще тварь. Че, опять пятерка, да? Надо спасти заключенного. А, вот они, где наши дополнительные миссии. Ага, еще 5, да? И какой из вас ветеринар?
Твой дружок прямо за ними. Да, да. Вроде вон тот ветеринар, хотя тут так и не видно, кто в рубашке, а кто без рубашки. Ну... Угу. Или даже нет, ему, наверное, будет много. Так, добьем. Ты уже ломанулся, ну а мы с тобой убьем этого дядьку. Да серьезно, блин. Ладно, хорошо. Надо было сперва с Тиксом все-таки. Тебя оглушили уже, Арк? Нет, еще нет. Вот зараза, а? Не. Не, это нет, это нет, это все нет. Давай так. Это шахтер, это... А, так тут ветеринаров так и немного, по-хорошему. Это меняет дело. Вообще-то. Сильно. Меняет дело. Давай вломи ему просто обычным ударом. Пару раз, и все. Все. Так, теперь тогда вот этого. А ты порежь его пока. О. Пара обычных ударов тут исправит положение. С ним. Тебя надо оглушать. Тот еще стоит? А, это наш. Хорошо. Сопротивление сработало. Арк его уже укокошил. Так, тебя. Надо же было так спалиться. Но. Это вариант. Гоблин чуть-чуть убегает. Арк чуть-чуть нападает. Гоблин перестает убегать и начинает отплевываться. Делает это успешно. Добей. А, поздно. Понял. Ну, поздно так поздно. Гоблин продолжает успешно отплевываться. Благодаря чему Арк делает все своим модным топором. Вообще отлично. Получилось великолепно, хоть и начало было дерьмовое. Спасибо, брат. Это тот кровопийца, которого мы ждали? Ну, наверное. А ты за что здесь? Много языком трепал, но, в общем-то, и все. Так что главный приставник меня только... Главному приставнику недолго осталось жить, понял? Путь свободен. Разыщи Адика, он тебя укроет. Да, я тут все к своей пальце, 5 пальцев знаю, так что... Все будет хорошо. Здорово, что ты с нами, кровопийца. Ты дал нам надежду. Угу. Дал, взял и все остальное. Хорошо, помогли своему пацану. Это замечательно. Все, ты никуда не собираешься уходить? Или прям действительно будешь ждать, пока все не уляжутся? Пока все не улягутся, вот так вот. А они прям уже улеглись отчасти. Только вот единственный вопрос. Хотя, может быть, это одно и то же. Бежать что по верху, что по низу. Угу. Ну, начинается, да? А! Почти. Почти, серьезно. Это было почти. Давай так, просто задавим его. Просто задавим его, похер вообще на все. Давай. Угу. Хотя на самом деле против них это далеко не так четко работает. Ладно, будем давить его иначе. Вот это намного круче против него, конечно, работает. Ну, считай, скрытно убили.
Почти. Почти что скрытно, почти убили. Последний момент, он просто успел краем глаза заметить гоблины. Или заметить что-то неладное. А что же там такое внизу тогда было? Тоже толпа орков, которые мы просто обошли? Арк, давай, страхуй. Ну, не то чтобы толпа. Но есть парочка, да? Сейчас они заметят арка. Пока гоблин убивает одного. Арк убивает второго. Давай быстрее ломись и наваливай. Ломись и наваливай. Кровотечение вызвал. Ну вот. Собственно, когда их пара, мы их валим вот ровно точно так же, как и они нас. Но только в 10 раз круче. А-а-а. Угу. Ну, не заметить эту здоровую дуру, тут будет сложно, да? Ну, заметил, да? Ладно. Арк, твой выход. Гоблин, твой отход. Дальше что? Он застреет еще здесь? Так жестко. Хорошо, спасибо парню, немножечко мазанули. Так было бы вообще как-то неприятно. Но ладно, давай. Так и знал, что первый раз провалится. О, окей. Давай еще. На второго подействует. Во. И на этого подействовал. Замечательно. Там кто-то в спину, по-моему, бьет. Ну да похер. Продолжаем ту же тактику. Повредили броню. Гоблин оглушает. Ты продолжаешь просто долбать. Квасить. Именно вот. Квасить. Кстати, арк намного меньше повреждений получает, насколько я вижу. Ну все, успокоился уже. Оу, а я просто обязан. Я просто обязан подождать, покуда гоблин его просто застрелит. Это, ну это, таким надо пользоваться. Найс. А ведь арк уже почти слетел с катушек. Он был на волосок, на грани. Ну то есть, да, мы обошли это сверху. Я просто не понимаю, зачем мы это сделали. Или в лоб бы их так просто было бы не пробить, потому что ребята были бы готовы к этому дерьму. Да нет, их тут, в принципе, было бы немного. 5 человек мы уже валили, как бы, не смертельно, даже если бы они все вместе согрелись моментально. Ну и это, конечно, просто трэш получился. Убила его, конечно, эта ситуация, его убила, да. Там еще какое-то здание было дополнительное. Где-то, значит, еще один поворот, скажем так, не туда, а на самом деле туда. Вечно кажется, что в таких закоулках может быть что-то ценное. Но вечно там нет. Ну что он туда смотрел? Ну что он туда смотрел? Ну так. Знаешь, что сбоку нельзя? Ну, серьезно. Они одинаково не видят. Какая разница? Почему бы сбоку не сделать это добивание такое? Четкое. Ну, начинается, ребята, да? Но этого теоретически никто не заметит. Смерти.
А те друг на друга смотрят, да? И там плюс еще один вдалеке. Стоит. Хотя ХЗ, может быть, не увидеть. Да, не увидеть было бы сложно там. На самом деле, там не увидеть было бы сложно. Все это время гоблин просто стоял и ждал. Ну да, правильно, я же ему никаких ХЗ не дал. Ну как так-то, а? О. Уже регенерацию запустили. Гоблин, еще. Во. Отлично. Давай еще ему. Они переключились на арка. Это все очень отлично. Надо же было сбить, а? Тебя же арк порубит сейчас просто. Нифига себе какой. Ты вообще молодец. Это было четко, надо признать. Ну вот, сундучара с какими-то вкусняшками. А, это вот отсюда. Угу. Отсюда было видно это место, отсюда было видно то место, но и они не реагировали. Священные поножи, но это явно тебе, да? Нет. Нет, нет, нет. Нам это не подходит вообще. Какой нахрен разум? Какой нахрен разум? Так, просто, если все это говно соберем вместе, может быть, для прикола одеть, посмотреть, как смотрится. Но нет, нет. Три. Урон. Я представляю себе еще основную броню эту. Жаль. С другой стороны, это подтверждает правильность решения прокачать именно то, что уже есть у арка. Потому что в ближайшем будущем мы найдем только священное говно. Ну, вот это вот. Священное говнище. О! Финальный бой. Я чувствую, он будет ядреным, потому что там 5 человек стоит. И один из них прям очень ядреный человек. А точнее, орк. Поэтому мы оставим это дело на следующий раз. Это будет нечто. Я уже чувствую. С другой стороны, мы справимся в любом случае. Если понравилось, поддержи видео лайком. Если понравился гоблин, поддержи в комментариях, напиши о том, чтобы гоблинам больше. Если понравилось больше геймплея за орка, то напиши, чтобы я на него переключился. Потому что на данный момент я действую исключительно по наитию. Типа, как карта ляжет. Дай знать. Так и сделаем. Большое спасибо за компанию. Отдельный респект всем спонсорам канала за поддержку меня, орков, гоблинов на Ютубе, на Патреоне, где угодно. И бо-бай!